Как вы думаете, как относятся к гетеросексуалам в США? США. Хотелось бы, чтобы у нас таких поменьше было. Все, Юр. Как вы думаете, как в США относятся к гетеросексуалам? Там они хорошо к ним относятся. А вы у нас? Ой, боже упаси. Вы-то гетеросексуал? Нет. Нет? Нет. Как вы думаете, в США как относятся к гетеросексуалам? Это я не знаю. А вы как? Вот я, например, гетеросексуал. Отношусь, как говорится, нежелательно. То есть я нежелательный гражданин, получается? Ну, получается так, наверное. Ладно, тогда я пошел. Как вы думаете, как в США относятся к гетеросексуалам? Да вообще насрать, а! Я ж вам говорю просто. А вы как считаете? Ой! Как в США относятся к гетеросексуалам? Классно. Между прочим, они самые хорошие друзья. Гетеросексуалы? Да. Вы-то гетеросексуал? Однозначно. Слава богу. Я вам сказал, если вы не передумаете, вам килдык. Как вы думаете, как в США относятся к гетеросексуалам? Не знаю, я к ним не отношусь, поэтому... Вы не... Нет. Ну, там положительно относятся, в США. Если у Байдена сынок повязан этим. Все, ребята. Все, Юр. Как вы думаете, как в США относятся к гетеросексуалам? Ой, у них там вообще это приветствуется. Они там вообще пидорня на пидорне, если честно. Я тебе серьезно говорю. Там обычных-то нету, да? Там нормальных-то вообще нету. Там баба идет с болтом вот таким вот. Здравствуйте, проходите, не обращайте внимания. Вот она, вот у нее радиация, ее задерживает. Радиация. Нет, ну цвет такой, наш выкрасится, вот зачем? Нет. Не знаю, я вот гетеросексуал, допустим. Нет. А как, нормально, наверное, относится? Нет. Ну, ладно, хорошо, подождите. Давай, иди сюда, я тебе все могу рассказать. А вы зачем сюда приехали вообще, на кой хрен? Вам килдык! Надо дергать. Вам хватит? Мне кажется, хватит. И если бы хоть чуточку, вот один человек обратил внимание на такую бабку, как я, а я боялась обращать внимание на себя, потому что меня бы отлупили или вообще бы убили к черту. А вы знаете, как мне вас жалко всех? Больше, чем себя, вот честно. Я вот лягу в гроб и не пожалею, а мне вас жалко. Вы даже не представляете, как я о вас беспокоюсь больше, чем вы о себе. Такого не бывает, правда? Энергичная. В задницу у меня пропеллер. Меня не волнуют домашние дела. Меня вот так вот все. А вот общественное я бы изменила. А уж если бы вы знали, как я депутатов не люблю... Их физиономия, ну, в месяц раз должна перед всеми. Я уж не говорю о себе.